Казахстане. Аз също съм от Казахстан, там пораснах и се родих. Да, и мы переехали 9 лет назад. И преди 9 години се преместихме. И когда мы приехали в Болгарию, в одну из первых пловдивских церквей. И когато дойдохме в България, една от първите пловдивски църкви. И у меня спросили, что ты, ну, что тебе нравится в Болгарии, что, зачем, ну, знаете, вот, кто переехал, меня поймет. И постоянно... В Болгарии очень часто первый вопрос задают. Постоянно в Болгарии най-първият вопрос, който ни задават, е какво ти харесва в България? Ты зачем вообще сюда приехала? Защо изобщо си дошла тук? Ну, как бы Казахстан, все начинают, там же вау, и вау. И ты почва же... да казва, че Казахстан, понимаете, вау, да, че, това там е же такава так държава. Класно. Там всичко е толкова добре тук, защо си дошла? У тебя муж болгарин? Мъжите, да не е българин, я сказвам не. Так еще интереснее становится. И става още по-интересно, защо съм дошла. И я вот так, ну я действительно тогда еще не понимала. И тогава наистина не разбирах. Евгений, он сразу проповедовать начинает. Евгений той и започва веднага да проповядва. Свидетельство. Да свидетельство. Все, а я посмотрела вот так в церкви, и дети бегают. Пока спогледнах в церква, че има деца. 9 лет назад это было. Това беше преди 9 години. И я сказала, я хочу, чтобы у меня внуки были болгары, потому что болгарские дети, они очень красивые. И я си казах, че внуците ми искам да са българи, защото много ми харесват децата и много са красиви и сладки. Да, сладури. Я даже уже своих племянников в России, в Казахстане везде называю сладури. И даже и племенниците си в Казахстан ги наричам сладури. Они уже знают. Те вече знаят тази дума. Вот. И вот так получилось, что я начала где-то служить, где-то работать с детьми. И так получилось, что я започнах да служу и да работаю с детьми. В Софии, наверное, уже во всех детских садах почти побывали. В Софии я бях почти во всички частные детские градини вече. И как вот Евгений говорил, проповедовал частично, я не придавала этому большого значения. И как-то Евгений проповедовал, а ну, как не придавах на това нечто голямо значение. Кормим. Храним что там, ги, смотрим, чтобы им не дуло, там, не поддувало, да тепло, не чтобы... Някъде, да им топло. И я недооценивала свою работу. Я не оценявах свою работу. Ну вот муж служит там, вот муж проповедует. Мужа ми служи, проповядва. Очень все замечательно. Всичко е добре. Но совсем недавно... Обаче наскоро. Ко мне одна семья обратились за, ну, за консультации. Се обърна едно семейство към мен за консультация. А я где-то, ну, мы 9 лет в Болгарии, и, может быть, лет 5 я их не видел. То есть и прошло 5 лет, ребенок вырос. 5 години, откакто не ги виждах, и детето им вече порасна. И они говорят, ты знаешь, вот он в школе учится, вроде умный мальчик, вроде и все хорошо. И ты мне казват, той ходи на училище умно момче, и уж всичко е наред. Но у него какой-то несчастный вид. Он, обаче изглежда нещастен. Он постоянно несчастен, Все едно е нещастен. И мама говорит, я его однажды спросила, ну что с тобой происходит, как тебе помочь? И майка му веднъж го пита, как да ти помогна, какво се случва с теб? Семья тоже пастырей, служители там, ну, атмосфера в семье прекрасна, това все хорошо. Това също е семейство на служители, атмосферата в семейството им е прекрасна. И он говорит, ты знаешь, говорит, единственное место... И той казва, знаешь ли, единственното място... Где я был счастлив... Където бях щастлив... Это у Юли. Е, при Юлия. И я просто поняла, я говорю, Господи, прости, что я так не... Я просто разбрах и казах, Господи, прости ми. Прости, что я так недооцениваю себя. Недооценявамся. Даже порой, как вот проповедовал Евгений, то, что вот в нас заложено это царское, и как мы его принижаем. И даже понякога това царското в нас не го смоляваме. И я просто, знаете, такое свидетельство, что я приняла решение, что я не буду, как вот мне нравится болгарское слово, на русском так не скажешь. И свидетельство твое имя, че... Аз няма да съм подценявам, да? Няма то есть да я не буду себя под, вот, под, ниже вот под этой вот подценя... Даже не знаю, подценяла. Да, то есть вот ниже недооценивать, ну, на русском недооценивать, это как бы просто немножко. А это вот прям вот действительно вот туда, к ослицам. Да, да, вот. А даже не като да се недооценяваме, даже по-надолу. И меня так Бог ободрил через этого ребенка, я понимала, что он не за консультацией пришел. И Бог така ме приповдигна через тези думи на това дете. Он че... пришел, чтобы мне сказать, что действуй, продолжай, че двигайся. Че той не е дошел само за консултация, а е дошел да ми каже да действам, да продолжавам напред. Недооценивай себя, да не подценявай. Да не се недооценявам, да се подценявам. Все, что ты делаешь, оно очень важно. И всичко, което правя, е много важно. Вот так вот получилось. Така се получи.